Не так давно интернет-магазин B-Compact вновь проводил щедрый конкурс с неплохими денежными призами. И сейчас настало самое время объявить победителей. Итак, третье место получает Евгений, заказ под номером 00-48-928. Второе место уходит Павлу, заказ под номером 00-44-318. И первое место получает Екатерина, 00-43-125, номер ее заказа. Напоминаем всем победителям, что вы должны связаться с нами, написав в сообщество ВКонтакте или позвонив по нашему телефону. Для получения денежного приза вам необходимо предоставить номер заказа и товарные чеки. Ну а теперь к обзору. Привет подписчикам канала B-Compact на YouTube. Наступила осень, самое время для обворожительных фотографов расчехлить свои фотоаппараты. Сегодня у нас в руках самая бюджетная фотокамера от Canon, и мы посмотрим, что она сможет выдать нам в наших предлагаемых условиях. Сегодня у нас в руках оказался бюджетный фотоаппарат от Canon PowerShot SX430IS. Согласно вот этой надписи, камера обладает 45-кратным оптическим зумом. Выглядит это вот примерно вот так. А хотите, я вас из фото ружья щелкну? Не надо меня из ружья щелкать. Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу. На самом деле, преимущество этой фотокамеры только одно. Ну, по чесноку, цена. То есть за данный фотоаппарат вы отдадите, по-моему, 15 тысяч рублей. Подробную как бы характеристики и цены вы можете узнать на сайте интернет-магазина B-Compact, вот, а также на сайте производителя. Но в чем плюс, как бы? 15 тысяч рублей вы можете эту фотокамеру купить, например, там, своему ребенку, как первый фотоаппарат, с которым он там начнет что-то делать. То есть какие-то первые его фотосессии, его видеосъемку. Он снимает в HD формате. Вот, мы тоже проверим сегодня, как это все работает. Вот. И насколько я помню, по-моему, у моей младшей сестры был первый фотоаппарат, вот именно вот такой. То есть, как бы он стоит, как средний там телефон на андроиде, вот, но уже как бы дает первое представление о цифровых фотоаппаратах. Вот. К тому же, как бы это Canon, то есть мы также снимаем обзор на Canon, вот, на видеокамеру. Здесь как бы встроенная есть фотоспышка, от которой сейчас многие как бы профессиональные фотоаппараты уже отказываются. Но как мы имеем дело с бюджетным фотоаппаратом, поэтому она здесь в наличии. Соответственно, Wi-Fi и все остальные вещи здесь тоже в наличии, этим никого не удивишь. Вот. Но в целом мы как бы посмотрим, что может выдавать эта камера уже после того, как будем проверять на монтаже, какое видео он выдает. В комплекте с фотоаппаратом также идут документы, инструкции, съемный аккумулятор, который располагается вот здесь. Также здесь разъем для флешки. Флешки в наличии нету. Зарядное устройство. Также есть специальный чехол, который закрывает объектив. Но в целом обычный стандартный набор. То есть для камеры такой категории это вполне насыщенная комплектация. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал B-Compact на YouTube, вступайте в паблик ВКонтакте, а также читайте нас в Твиттере и на Фейсбуке. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и смотреть наши предыдущие выпуски. Всем пока!